Привет. Привет, друзья. Как же узнать человека лучше, если не встречаться, не пробовать? Многие задают этот вопрос. Есть такое мнение, что важно встречаться и общаться, и ходить на свидания, и задавать друг другу много вопросов, обсуждать много тем для того, чтобы узнать человека лучше. Во многих церквях даже рекомендуют как можно больше времени проводить, просто не вдвоем, да, чтобы избежать каких-то искушений, а, например, ездить вместе в какие-то лагеря, служения, там, увидеть человека, допустим, в каком-то деле, может быть, побывать у него там на дне рождения или съездить там с ним на какой-то конференции. Ну, да. Вот, и вроде как ты чувствуешь, ну, действительно, ты его уже увидел и там, и там, и вот он уже столько вот положительных моментов в его сторону. Наверное, пора решаться уже. Вот. И вот вам все, что осталось, это действительно там пожениться, как бы, и все будет хорошо. Потому что тебя мир внутри, ты уже там по всему своему чек-листу пропустила, и все нормально. Вот. А как же вот если не встречаться? Если нет вот этого полгода, год, полтора года свиданий, встречаний, а вот вы просто действительно дружите. И что мы вкладываем в эту дружбу? Ну, опять же таки, да, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Очень важно, что мы вправе рассчитывать на то, что Бог действительно открывает нашему сердцу. Просто когда ваше сердце исцелено, когда есть близость отношений с Богом, вы просто будете это знать. Вот так вот просто, казалось бы, банально, но на самом деле в этом есть огромная сила и огромная действенность такая Духа Святого. Потому что когда сердце исцелено от сиротства, когда вы имеете правильное представление того, кем вы видите себя в браке, кем вы видите, да, и кем будет в вашем браке ваш партнер, вы просто ощущаете, действительно, вы переживаете вот это вот единство в формате, да, духовного притяжения, эмоционального притяжения. И здесь даже уже наоборот работает этот принцип таким образом, что даже если есть какие-то моменты, может быть, да, там финансовые вы видите потенциальную сложность или, возможно, да, ну, да, люди могут быть, допустим, с ограниченными физическими возможностями, это тоже может, да, в вашем браке иметь определенную сложность, да, в формате отношений. Проблемы со здоровьем, там. Да, другие какие-то нюансы. Но вы понимаете, что вот это вот единение, которое между вами создано, не надумано, не притянуто, не просто пропущено через сито вашей логики, как бы, да, оно привносит в ваше сердце действительно мир Божий. И вот сфера взаимоотношений – это та сфера, как никакая другая, в которой должна нас стимулировать именно к личному развитию, да, вот к личных отношениям с Богом. Не просто к какому-то там саморазвитию, да, прохождению бесчисленных тренингов, какого-то познания, самопознания, каких-то техник, каких-то раскрытий в себе, каких-то там чакров и так далее, а именно глубокому духовному такому преображению. То есть не поверхностной веры, когда вера – это просто символ, как бы, какого-то, да, вашего мироощущения, но на самом деле это не является практикой вашей жизни. А когда действительно близость с Богом – это та реальность, в которой вы живете каждый день. В браке вы, вне брака. Хотите вы выйти сейчас замуж или жениться? Не хотите, но ваши отношения, они гармоничны. Бог вас ведет, и вы переживаете постоянно вот это вот прикосновение Божье, исцеление, вот эту заботу. И тогда, когда вы доверяете сферу семьи в руки Господа, вы встречаете такого человека, вы осознаете, что это ваш человек. Вот в этом смысле красивые библейские примеры, да, существуют, когда вот эта близость, которую, да, переживали люди в рамках того союза, того единения, да, которое происходило между ними, которое, да, связывало их. Понятно, что тогда были там другие культурные особенности, да, там нюансы, но все равно вот единение, которое было между Богом, да, которое даровано было Богом, его невозможно было заменить, да, и как-то, скажем, оно никоим образом не могло быть основанием или там лучшим основанием, чем действительно вот этот акт Божьей работы, который происходит в двух сердцах. Много можно об этом говорить, но да, что ты добавишь по этому поводу? Я думаю, что человек не способен узнать другого человека так, как знает его Бог. Да, это тоже, кстати, очень важный момент, что как бы вы ни прорекламировали себя другому человеку, так как прорекламирует вас Бог, не сделает никто.
И всякий раз, когда вы будете пытаться выглядеть с лучшей стороны, вы все равно где-то налажаете, и человек в той или иной степени увидит, да, каким вы являетесь. Но... Более того, даже если вы стараетесь себя быть собой, все равно вы даже сами себя не знаете, так как Бог вас знает. И вы можете в браке проявить те качества, которые вы от себя не ожидали. Например, если вас настигнет, ну, не дай Бог, конечно, но может настигнуть, да? Ну, например, послеродовая депрессия или какой-нибудь гормональный кризис, да, может быть, например... Серьезный финансовый кризис. Да, может быть, какие-то моменты со здоровьем, когда вы уже не такая цветущая, пахнущая, яркая звезда, а вот в вашей жизни пришла вот долина смертной тени, когда вот вы не способны просто своему партнеру отдавать и становитесь противной, язвительной, дерзкой. И партнер, который оказывается с вами рядом, видит то же в вас, что вы даже сами от себя не ожидали. Вот у нас сейчас, например, да, проходит родительский курс, вот, и некоторые люди, они признаются, ну вот, что действительно они в период там беременности или грудного вскармливания переживали какую-то такую гормональную перестройку, которую вообще от себя не ожидали. Они думали, что это все миф о том, что беременная женщина или женщина кормящая. Это происходит с кем-то, но не со мной. Вот, и когда такие истерики могут происходить, и партнер такой, в смысле? Но... Да, я вот хочу добавить, что и поверьте, в этот момент вы узнаете партнера своего так, как вы никогда еще не знали. И вот тут ключевой момент. Если вы понимаете, что это ваш человек, вы сможете это преодолеть, остаться вместе, ваши отношения вырастут и укрепятся. И вы действительно познаете вот эту истину этой великой мудрости, когда говорят о том, что с годами любовь крепнет. Но если ваш брак, если ваш выбор был просто на уровне каких-то эмоций, каких-то там сходств... Или на уровне своего сознательного какого-то выбора, который вы считали, что он правильный. Да, в рамках вашей какой-то вот логики, вашего какого-то представления о браке, вашей успешности, да, которую вы заложили себе как вот определенную программу, которая должна соответствовать, да, вот выбор вашего партнера, в рамках страсти какой-то. Вот в этот момент вы узнаете действительно такого человека, которого вы не знали никогда, за которого вы точно не хотели выходить замуж, и перед вами станет дилемма, что делать дальше. Что, как теперь жить с этим человеком, или вернее, как сделать так, чтобы не жить с этим человеком, потому что с таким человеком, как выясняется, жить невозможно. Это действительно большая проблема, с которой сталкиваются серьезные люди, взрослые люди, пары с детьми в формате уже, да, родительства, долгих лет брака, и это переживают не только неверующие люди, это переживают верующие люди, и к этому действительно нужно быть готовым. Вот тогда уже действительно начинаешь вспоминать о том, что насколько важно было действительно позволить Богу формировать вот эти правильные ценности, да, и формировать уже в рамках отношений между собой для того, чтобы этот брак был крепкий. Замечательные есть фрагменты из Писания, где говорится о том, что «положи меня как печать на сердце свое». Вот это то, что делает Бог, когда приводит вашу жизнь человек. Он запечатлевает этого человека в вашем сердце. Он запечатляет не просто в разуме, не просто в формате, да, какого-то чек-листа, как мы говорим, на бумаге. Это не просто совпадение какое-то обстоятельство, это не просто какой-то расчет, который, да, вся эта математика какая-то, как мы уже, да, говорим, в голове у вас ходит. Вы понимаете, что Бог кладет вам на сердце этого человека и вас ему. То есть он запечатлевает вас в сердце друг друга. Вот это вот ключевой момент, который мы можем и вправе пережить в рамках отношений с Богом и друг другом, потому что это заповедано нам. Если мы дерзнем принять это в свою жизнь, Бог поспешит нам навстречу для того, чтобы в нашей жизни воспроизвести эту мечту. Это чудо. Мы убеждены, что когда ваше сердце исцелено, когда вы избавились от духовного сиротства, когда вы пережили настоящее усыновление и узнали Бога как Отца, и положились на Него всем своим сердцем, вы увидите чудеса в своей жизни. Он приведет в Его идеальное время человека, с которым вы сможете создать вот действительно божественный союз. Это будет божественная встреча. Нужны ли будут для этого какие-то действия? Может, и нужны. Если у вас будут близкие доверительные взаимоотношения с Богом, Он вам подскажет, нужны ли для этого какие-то действия. Ну, в любом случае, мы люди, и, конечно же, у нас будет какая-то коммуникация, какая-то встреча, какой-то первый диалог, какая-то там, да, естественно, вы почувствуете какой-то определенный момент симпатии. Естественно, мы не отбрасываем это, ни в коем случае не говорим о том, что, да, есть душевная составляющая, есть романтика, это здорово.
но они превалируют как бы в выборе, да, не они являются классификаторами, определяющими качество выбора партнера. И еще момент. Когда действительно ваше сердце исцелено от душевных травм, когда Бог восстановил вашу целостность, вы способны иметь здоровые отношения с братьями и сестрами. Вы можете иметь с братьями такие же отношения свободы и простоты, как и с сестрами. Например, принимать заботу человека, интересоваться, как у него дела. Да, попросить о помощи просто даже в какой-то попросить о помощи, ситуации. Не испытывать при этом смущения, не чувствовать себя обязанной, не чувствовать себя, может быть, жертвой. Ощущать абсолютную свободу в том, чтобы даже, не знаю, там, пройтись до метро и при этом не испытывать, что это какой-то соблазн, да, это или что-то это должно какое-то обязательно искушение, значить, там, и так далее. Вот, или это означает, что вы дали какой-то повод. Вы можете иметь с братьями такие же отношения простоты, искренности, уязвимости, открытости и свободы. Это честные, чистые отношения, такие же, как и с вашими сестрами, с вашими подругами. Я понимаю, что действительно мы можем довериться Богу полностью и знать, что если Он приведет нашу жизнь человека, а нас приведет в жизнь другого человека, Бог даст любовь обоим. Я не верю в истории, в которых один человек любит, ждет, страдает. Это длится долго, это длится, например, там, полгода, год. Он не видит взаимности и уверен, что это человек от Бога. Мы не верим в такие истории. Мы верим, что если Бог соединяет людей, Он дает обоим чувства. Да, Он открывает это двоим. И оба человека знают, что им хорошо вместе, они хотят создать семью, они хотят прославить Бога своим союзом. И они просто женятся. Они не морочат друг другу голову, они хотят быть вместе. Им не нужны встречания. Да, потому что, скажу еще раз, и пусть это прозвучит, может быть, немножко странно и резко, но на самом деле это такая правда. Вы в любом случае никогда в жизни не узнаете человека так, как вы узнаете его в браке. И сколько бы вы ни встречались, ну невозможно подготовиться, даже если вы встречаетесь 2+ лет вместе, и вот вы уже, казалось бы, там знаете все. Наоборот, обычно практика показывает, что после таких долгих встречаний взаимоотношения не выгорают, они выхолащиваются, они становятся пресными, люди надоедают друг другу, потому что они как бы попадают в некую фазу плато, когда, да, до чего-то дошли, этим присытились, а дальше как бы нет, дальше не пускают. Поэтому, действительно, если вы любите друг друга, вам нужно быть вместе. Поэтому люди, которые любят друг друга, они заключают брачный завет, они не встречаются, они живут вместе. И это правильный Божий принцип. Поэтому мы хотим добавить и сделать наше заключение, что если вы хотите действительно создать счастливый союз, который действительно будет прославлять нашего Отца, встретить такого человека, который предназначен для вас Богом от сотворения мира, начните уже сейчас с простой молитвы, доверяя Богу свою будущую семью. Начните мечтать. Начните мечтать о том, какой будет ваша семья, какие элементы в ней будут, какие качества, какие ценности, вот, что вы будете делать, как будет проходить ваш день. Вот. Я уверена, что когда у вас будет сформированное такое видение вашей будущей семьи, вы будете точно понимать, какой человек. Какого человека вы хотите видеть Какого рядом? Человека Бог приготовил для вас. Действительно, начните мечтать. Начните, позвольте Богу вложить в вас свою мечту о вашем браке, о ваших отношениях. Мы убеждены, что когда вы загоритесь такой мечтой, вы никогда не понизите этот стандарт. Вы никогда не будете пробовать встречаться с каким-то человеком, который совершенно в эту картинку не вписывается. Опять же, это не значит, что ваш будущий избранник, ваш будущий партнер будет идеальным человеком, но он будет идеальным для вас. Поэтому позволив Богу исцелить сердце, позволив Богу избавить вас от ложных убеждений, от ложных сценариев, которые мы несем из нашей семьи, разрушающих сценариев, пережив прощение своих обидчиков, которые приносят нам боль, разочарование, искажают наше представление о себе, о Боге, о друг друге, обретя эту целостность эмоциональную, мы можем жить в свободе и простоте, зная, что Бог однажды просто приведет в нашу жизнь человека. И нам не нужно об этом думать вообще. Все, что мы можем, это мы можем продолжать строить с Богом близкие,
тесные взаимоотношения, как с возлюбленным. Каждый из вас обручен Христу, неважно, мужчина ты или женщина, ты обручен Христу. Ты невеста Христа. У тебя уже есть источник, которым ты можешь идти и пить прямо сейчас, прямо сегодня и данную минуту. Еще хочу сказать один момент. Помните, что благословение Господне, оно обогащает и не приносит печали. Не человеческое благословение, не то, что мы для себя считаем благословением счастья. Благословение Господне приносит в нашу жизнь именно покой, радость и удовлетворение. Если мы пытаемся своими силами построить свое счастье методом проб и ошибок, мы можем пожать только проклятие. Написано, что надеющийся на человека проклят. Если мы надеемся на себя, мы не пожнем благословения. Если мы надеемся на свои силы, на свою какую-то мудрость, как нам кажется, мы не пожнем благословения. Мы потом придем к семейным консультантам через 10 лет и скажем: «Ой, вы знаете, что-то пошло не так. Все было хорошо, но что-то пошло не так, что-то сломалось. Но я хочу быть счастлива, поэтому я хочу развестись и создать брак с другим человеком. Зато я теперь, у меня есть хороший опыт, я благодарю Бога, что это было, я не жалею. Я хочу с другим человеком создать». Так вот, мы вдохновляем вас и мотивируем вас к тому, что действительно наш Небесный Отец, Он не тиран, Он любящий Отец, Он действительно любовь, Он воплощение любви. И доверяя Богу, который есть любовь, вы точно встретите человека, который... с которым у вас будет настоящая любовь. И эта любовь, она никогда не перестанет. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, мы будем рады на них ответить. Пока! Пока!